Вы уже на каком курсе? На третьем. На третьем. А недавно были на первом? Да. Да, сложно? Нет. А много с вами не дошло до третьего? Половина группы. Я вам даже больше скажу. 1 сентября праздник проходит в две серии. Первая и вторая. А выпуск одного зала достаточно. Угу. Задумайтесь, что надо учиться. Но помимо учебы, здесь же мы уже заговорили о том, что здесь хорошо и вечерами. А помимо еще и вечеров, есть возможные поездки. И я знаю, что многие ездили в Брест, да? Многие ездили в столицу оружейную. Как город-то называется? Оружейная столица? Я-то думал, они скажут. В Тулу. А многие ездят на студлидер, да? Расскажите нам. Да, ну сейчас расскажу подробнее именно про студлидер. Студлидер у нас мероприятие, направленное для студентов начальных курсов. Им предстоит возможность поехать на выезд, придумать какой-то свой проект по выбранному направлению. С направлениями можно ознакомиться на тех листовках, которые выдали вам на входе. Вот, да, я вижу, у многих сейчас они находятся. Там написано даты, когда все это предстоит. Само мероприятие проходит в несколько этапов. Первый – это внутривузовский, подготовка. Второй этап – вот с выездом, веселье, песни у костра. Также наш ведущий. Вот, и третий – это уже именно представление проектов. Данное мероприятие поможет вам вступить в студсовет, стать его частью. Некоторые даже могут стать руководителями каких-либо объединений. И хотелось бы вам сейчас показать ролик по студлидеру. Но перед этим еще сказать, что, ребята, сдавайте, пожалуйста, ваши заявки в нижней части вот от этих буклетиков, которые вы давали на выходе. Мы будем вас ждать. Я, Милена, только дополню, если ваш проект завоюет определенный интерес у администрации военмеха, то вы даже на осуществление этого проекта получите финансирование. Поэтому, да, вот так работают военмехи. Поэтому внимательно прочитайте анкету, заполните ее и помните, что мы раздали каждому первокурснику анкету, а на второй этап поедет только 84 человека. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание и четко заполняйте. Чем вы лучше заполните, тем больше шансов у вас поехать. Ну а теперь, как это все происходит непосредственно на выезде, тем более, что выезд совсем скоро, в сентябре месяце. Пойдем, не будем загораживать экран.